Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире «Вести», в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. Что успел президент и почему? Игорь Дадон отчитался накануне о достижениях за 2 года мандата. Плюс одна награда в копилку нашего телеканала. Посольство России вручило журналистам дипломы за лучшее освещение темы отношений между странами. Долой учебники, да здравствуют игры и развлечения. У школьников Молдовы начались зимние каникулы. Мировая пресса сегодня активно обсуждает большую пресс-конференцию Владимира Путина. Очередная громкая отставка в США. Свой пост покинул министр обороны Джеймс Мэттис. Жители Санкт-Петербурга накануне стали свидетелями грандиозного зрелища. В акваторию Невы зашел новейший российский ледокол Андрей Вилькицкий. А теперь все это и многое другое подробно. За 2 года администрации президента удалось воплотить много положительных инициатив, некоторые из которых стали премьерными для нашей страны. Об этом сообщил накануне президент Игорь Дадон, который отчитался о 2 годах своей деятельности. В отчете он осветил предпринятые действия во внешней и внутренней политике, работу, направленную на налаживание отношений с Приднестровьем и различные социальные проекты. 2 года были непростыми, но насыщенными. Глава государства рассказал о совершенных им конкретных действиях, направленных на поддержание суверенности, целостности, безопасности государства и для развития страны в целом. В течение этого времени постепенно воплощалась в жизнь избирательная программа. Правда, давалось это нелегко, рассказал президент Игорь Дадон. В основном из-за конфликта между президентурой, парламентом и правительством. По словам молдавского лидера, законодательные и исполнительные органы не раз блокировали его инициативы. Care trebuia să fie răspunsul președintelui dacă vorbim de politica internă? Какой должна была быть реакция президента, если говорить о внутренней политике? Или вывести людей на улицы и дестабилизировать ситуацию, произвести революцию, как некоторые меня просят, или попробовать дипломатическим и демократическим путем заблокировать то, с чем я не согласен, и выступить со своими инициативами? Я выбрал второй путь. В течение 2 лет президент направлял на принятие и исполнение десятки законодательных инициатив. В их числе аннулирование закона о краже миллиарда, отмена повышения пенсионного возраста, уменьшение зарплат руководителей нескольких государственных ведомств, а также многочисленные предложения по изменению кодекса образования, земельного кодекса и так далее. Также президент и его команда проводили активную работу над укреплением суверенности, независимости страны и патриотизма. С этой целью были организованы десятки мероприятий, посвященных году Штефану Чалмари, были созданы единственный на данный момент документальный фильм об истории Молдовы, был проведен форум семьи. Не меньше внимания Дадон уделил внешней политике. В течение мандата президент совершил 34 рабочие поездки, встретился с несколькими десятками высших представителей власти других государств. По паркурсу ультимилор дояни, а мы решит. В течение 2 лет нам удалось восстановить отношения с Российской Федерацией. Впервые президент Молдовы выступил с трибуны Госдумы. В экономике нам удалось обеспечить доступ на российский рынок для 230 предприятий. Также я запросил и существуют реальные шансы на снижение тарифов на газ. В 2017 году мы вместе с господином Путиным договорились о первом этапе амнистии для нескольких десятков тысяч мигрантов. А недавно договорились о 2-м этапе для 170 тысяч человек. Укрепились отношения и с Евразийским союзом. Молдова добилась статуса наблюдателя в ЕАЭС. Также президент провел встречи с руководством Евросоюза и лидерами соседних стран. Немаловажен, по словам президента, и диалог с Приднестровьем. Дадон провел 4 встречи с лидером непризнанной ПМР Вадимом Красносельским. Им удалось решить несколько проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра. В социальном плане реализовали многочисленные программы по поддержке населения. В течение 2 лет более 170 тысяч человек получили помощь в рамках кампании «Люблю Молдову» и от благотворительного фонда первой леди Дин Суфлет. Но и этого недостаточно, считает Игорь Дадон. По его словам, в будущем году в стране появится движение для укрепления полномочий главы государства. Я принял решение поддержать инициативу граждан и создать народное движение, которое будет носить название «Сильный президент, сильная страна». Оно будет в каждом районе и в каждом населенном пункте. Это движение призвано защитить государственность и наши принципы. Другого выхода у нас нет. Напомним, что Игорь Дадон принял присягу 23 декабря 2016 года. Он стал первым за 20 лет президентом, избранным путем народного голосования. Наталья Фомина, Сергей Лепадат, «Вести, Молдова».
Отчет глава государства представил в недавно отреставрированном здании резиденции президента. Журналистов провели по всему зданию. В ходе незапланированной экскурсии им показали главные залы, библиотеку и кабинет главы государства. Утром того же дня Игорь Дадон пригласил в отремонтированную резиденцию и послов, аккредитованных в Молдове. Глава государства представил им отчет о деятельности за 2018 год и рассказал о планах на будущее. В новое здание аппарат президента переехал буквально на днях. Как заявил сам глава государства, еще даже не распаковали вещи. Накануне иностранным дипломатам показали одну из основных достопримечательностей здания – зал заседаний, где молдавский парламент первого созыва подписал Декларацию независимости 27 августа 1991 года. Хочу вас поприветствовать в новом здании резиденции президента. Мы с вами довольно часто и регулярно встречаемся, раз в 1-2 месяца. Поэтому я решил к концу года позвать вас в этот офис. В беседе с дипломатами Игорь Дадон рассказал об итогах своей деятельности за 2018 год. Он отметил повышенный интерес международных партнеров к работе президента по проведению взвешенной внешней политики и заявил, что в будущем году удастся добиться еще большего в этой сфере. А вечером похожую экскурсию администрация президента провела для представителей прессы. Журналисты увидели библиотеку, в которую до сих пор привозят книги. Новый и нарядный холл, зал заседаний и, наконец, наступило время увидеть, в каком кабинете трудится глава государства. Просторное помещение едва меблировано. В нем всего несколько кресел и внушительный рабочий стол. На нем большая Библия, книги и документы, статуя Штефана Чолмари. Да у меня лично там и там не очень-то было. В углу кабинета своего рода небольшой музей. В коллекцию входят несколько икон, копия меча Штефана Чолмари и оригинал флага молдавского господаря. Трапелу оригинал. Оригинальный флаг, который привез Штефан Чолмари в конце 14-го, начале 15 века, после битвы при Васлуи. Я привез этот флаг и копию иконы Святого Георгия с горы Афон. Икона, остается копия иконы Святого Георгия Репимутилятус. Напомним, надлежащий вид резиденции вернули благодаря поддержке турецких властей, которые вложили в реставрацию более 10 миллионов евро. На официальном открытии здания в октябре этого года присутствовал президент Турецкой Республики Раджеп Эрдоган. Наталья Фомина, Сергей Липадат, Вести, Молдова. Новый кодекс аудиовизуальных услуг, который вступит в силу в начале 2019 года, ограничивает права нацменьшинств и противоречит принципам демократии. Такое мнение высказал глава государства Игорь Дадон на пресс-конференции после представления отчета о своей деятельности. Президент уверен, что новый кодекс вводит цензуру, однако отменить его можно сразу после парламентских выборов. Новый кодекс аудиовизуальных услуг вводит обязательную долю местного контента на государственном языке 80%, при том, что радиовещатели должны будут транслировать около 12 часов своего контента. По мнению президента Игоря Дадона, такое требование для отечественных телеканалов невыполнимо. А кроме того, оно противоречит и принципам демократии. Я категорически против любых ограничений. Если мы демократическая страна, кого-то защищаем, кого-то цензуру ставят. Нельзя такие вещи делать. Я категорически против. Поэтому я не подписал эти законы. И я уверен, что большинство граждан меня поняли. Игорь Дадон отметил возможность аннулирования закона после парламентских выборов от 24 февраля будущего года. Напомним, что отказ президента промульгировать новый кодекс аудиовизуальных услуг привел к очередному временному отстранению. Документ вместо него подписал спикер Андриан Канду, который также является одним из авторов законопроекта. По словам председателя парламента, кодекс был разработан с помощью зарубежных экспертов и соответствует европейским стандартам. Далее о деятельности партийной. Доверительные беседы провела председатель ПСРМ Зинаида Гречаны, которая отправилась с визитом в район Бречень. Там она пробудет 3 дня. Накануне политик успела пообщаться с жителями сел Ширюц, Глинка и Котяла и выяснить ожидания людей. Также Гречаны расспросила их о проблемах, с которыми те сталкиваются изо дня в день, чтобы затем вместе с партией продумать и предложить возможные решения. Выводы она изложила в социальных сетях.
внимательно выслушала всех желающих поделиться своими мыслями о происходящем в своем селе, в районе и в стране. За каждой историей – реальные человеческие судьбы, в которых отражается жизнь нашей республики. Люди на самом деле хотят одного – чтобы в стране, наконец, был наведен порядок и созданы условия для того, чтобы можно было жить и работать у себя на родине, а не на чужбине, растить детей и рассчитывать на достойное будущее. Также на своей странице в соцсетях гречанка отметила, что большинство проблем сельчан являются последствиями правления евроунионистского режима, когда были потеряны традиционные рынки сбыта и сельское хозяйство пришло в упадок, когда были оптимизированы школы, детсады и больницы, а зарплаты и пенсии стали мизерными. Председатель ПСРМ рассказала людям о приоритетах социалистов и подчеркнула, что добиться лучшего будущего можно лишь объединив усилия. Избирательный блок «Акум Да Пас» был официально зарегистрирован сегодня Центральной избирательной комиссией. Напомним, что лидеры партии «Платформа достоинства и правда» и «Действие и солидарность» Андрей Настасий и Майя Санду подали документы для регистрации 17 декабря. На рассмотрение их запроса у ЦИК было в распоряжении 7 дней. О поддержке этого блока на парламентских выборах ранее объявили Либерал-демократическая партия, Партия народного единства, а также Либеральная партия. От политики перейдем к другим темам. Посольство России в Молдове подвело итоги ежегодного конкурса на лучшее освещение темы молдо-российских отношений в средствах массовой информации. Благодарственные дипломы вручили представителям пишущих изданий, информационных интернет-порталов и телевизионных каналов. Лауреатами премии стали и сотрудники РТР Молдова. Конкурс на лучшее освещение темы молдо-российских отношений посольство России в Молдове проводит уже несколько лет подряд. В этом году рекордное количество лауреатов. В их числе руководители и редакторы молдавских печатных и электронных СМИ, корреспонденты телеканалов и радиостанций, фотографы и видеооператоры. За объективный и творческий подход в подготовке материалов дипломы из рук чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Олега Васнецова получили более 40 представителей СМИ, в том числе и телеканала РТР Молдова. Уходящий год был насыщен событиями. В числе самых масштабных – Молдо-Российский экономический форум. Он, по словам Васнецова, показал, насколько оперативно и профессионально работают молдавские СМИ. Это непростой был год. Очень было много мероприятий России и Молдовы. Это очень приятно, что в такой дружеской атмосфере мы здесь собрались. Журналист радуется двум вещам, да, в своей работе. Это когда письма читателей или отклик от читателей. И когда такие приятные мгновения, которые, в принципе, задают какой-то ритм. И всегда как бы хочется идти не только ногу со временем, но и заглядывают в будущее. Думаю, все получили положительный заряд эмоций. Ну и будем сотрудничать дальше, как с российским посольством, так и со всеми посольствами, находящимися в Молдове. Для меня это большая честь находиться рядом с вами, продолжить работу вместе с вами и поздравить вас с наступающим Рождеством и Новым годом. От имени посольства Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов поблагодарил лауреатов премии за повышенный интерес к молдо-российской тематике, за творческую самоотдачу и высокий профессионализм. Ольга Гриненко, Руслан Каунов, «Вести Молдова». Награждение сегодня состоялось и в другом дипломатическом представительстве. От имени президента Румынии посол соседнего государства в Кишинев Даниил Ионица вручил сегодня почетные награды деятелям культуры в нашей стране. Такую благодарность им выразили за продвижение культуры и традиции в Республике Молдова. Почетные награды от имени президента Румынии Клауса Йоханнеса получили 5 молдавских деятелей культуры. Посол соседней страны Даниил Ионица сопроводил вручение благодарственной речью и отметил, что этот год является особенным. Это особенный день и большое счастье для нас, что в этом году, в год празднования Великого Объединения 1918 года, мы смогли провести в посольстве Румынии в Кишинев церемонию вручения наград от президента Румынии Клауса Йоханнеса. Ордена Meritul Cultural вручили за большой вклад в продвижение в Молдове румынской культуры, языка и ценностей. Их получили писатели, художники, критики и актеры. Это не только моя награда, но и моих коллег. Если речь идет о выставках, которые я устраивал, я в них участвовал как артист и в своих выставках, и в коллективных. Я символически разделяю награду с коллегами. Из 6 книг, написанных мной, 4 появились в Румынии. И они говорят о человеке, который живет между Днестром и Прутом. Этого человека, в котором перемешались культуры, очень хорошо принимают в Румынии.
Декреты о вручении наград молдавским деятелям культуры президент Румынии Клаус Йоханнис подписал 4 декабря. К новостям предновогодним. Контрольные написаны, полугодовые оценки выставлены, уроки завершены. Сегодня во всех школах страны прошли последние занятия в этом году. Впереди более 2 недель каникул, праздники и предвкушение чуда в новогоднюю ночь. Чего именно ждут школьники и как они собираются провести этот долгожданный период, рассказали ученики столичного теоретического лицея реального профиля имени Михая Маринчука. Этого дня школьники ждали с нетерпением. Первая половина учебного года позади. Стартовали зимние каникулы. А это значит, что теперь можно на время сменить тетради и учебники на любимые развлечения, игры и отдых в кругу семьи. И, конечно, помечтать о заветном подарке на Новый год. Я буду рисовать, играть. А еще я подготовил подарки в коробочках. Один для бабушки, а другой для дедушки. От Деда Мороза я жду большой конструктор Лего, чтобы можно было строить. Я на каникулах поеду к бабушке с дедушкой. Там я буду заботиться о животных, о собаке, кошке и о курицах. А на Новый год я хотела бы энциклопедию о животных. Я буду рисовать и тренироваться писать. В подарок я бы хотела получить толковый словарь. Я поеду к бабушке с дедушкой, буду там колядовать. Я бы хотела, чтобы Дед Мороз подарил мне книгу. От Деда Мороза я жду много подарков. Хочу телефон, а еще, чтобы мама приехала домой. А я еще не выбрал, но хочу поздравить всех детей, пожелать им много здоровья, чтобы они хорошо провели время на каникулах. Счастливых всем праздников! Если для детей период каникул – это возможность хорошенько отдохнуть и набраться сил перед второй половиной учебного года, то для педагогов и администрации лицея это лишь небольшая передышка. И хотя занятий не будет, предстоит немало работы с документацией и тщательная подготовка к новому семестру. Но несмотря на то, что впереди снова трудовые будни, они так же, как и дети, чувствуют праздничную атмосферу и загадывают желания Деду Морозу. Я хочу радоваться успехам моих учеников, и чтобы у меня и у моих коллег было много-много терпения. И, конечно же, чтобы было как можно больше прилежных и трудолюбивых учеников. Хотелось бы, чтобы Дед Мороз принес вагон и маленькую тележку здоровья, если это возможно. А еще, чтобы была возможность уделять больше свободного времени моей семье. Пусть поросенок, символ этого года, принесет только душевное спокойствие. Конечно, каждый из нас хочет, чтобы кошелек был потолще. Но не стоит делать акцент лишь на материальном. Пусть все будут счастливы и добродушны. Последний учебный день в этом календарном году в теоретическом лицее реального профиля имени Михая Маринчука завершился красивым праздничным концертом. Сегодня у нас есть возможность насладиться фрагментами сказок, как национальных, так и других народов. Все они на новогоднюю тематику. Этот предпраздничный период красивый. Дети радуются подобным мероприятиям вместе со своими родителями. Ученики младших классов подготовили звонкие колядки, стихи, новогодние песни и зажигательные танцы. Зимние каникулы продлятся 18 дней, до 8 января 2019 года. Отметим, что в Молдове 1300 учебных заведений среднего образования. В них обучаются более 300 тысяч человек. Валентина Статная, Сергей Лепадат, Вести, Молдова. Продолжаем выпуск. 15 лет ведут борьбу за права потребителей, но ситуация так и не нормализуется. 19 декабря Республиканская общественная организация защиты потребителей отметила очередную годовщину и озвучила впечатляющие цифры. За этот срок учреждение помогло 300 тысячам человек, но случаев обмана меньше не становится. В организации рассказали, что чаще прочих и на самые крупные суммы потребители обманывают муниципальные предприятия, когда вносят в счета фактуры так называемые потери воды или тепла. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». С
новых расходов начнется Новый год для продавцов, служб такси и арендодателей. Столичный муниципальный совет принял решение повысить налоги на торговую деятельность, перевозку пассажиров и оказание услуг аренды. Новые ставки вступят в силу 1 января 2019-го. Службы такси обяжут платить по 300 леев за каждую машину. Увеличатся налоги за наружную рекламу, сбор для магазинов и кафе, в которых продают сигареты и алкоголь, налоги для владельцев киосков, установленных за пределами рынков, а также обложат налогом услуги аренды спортоборудования, транспорта и одежды. За 3 месяца до истечения срока вышел на свободу бывший депутат парламента первого созыва Андрей Баштовой. Его выпустили из-под стражи 19 декабря, сразу после решения суда, который удовлетворил апелляцию адвокатов. Баштовой заявил журналистам, что хочет встретиться с родными, а затем займется поисками работы. Бывшего депутата приговорили к 9 годам тюрьмы в 2013-м. Его обвинили в растрате имущества нефтяной компании, принадлежавшей бизнесмену Анатолу Стати, и в попытке организации покушения на жизнь Стати. Апелляционная палата сократила срок до 7 лет. Баштовой отрицал свою виновность и заявлял, что стал жертвой интриг. Отмены безвизового режима с Евросоюзом можно не бояться, заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы. Накануне Европейская комиссия обратилась к странам с призывом приложить больше усилий в борьбе с коррупцией, организованной преступностью и нелегальной миграцией. Нашу страну попросили срочно решить проблему с отмыванием денег. В МИДе заявили, что рекомендации Европейской комиссии носят общий характер и были приняты к сведению. В 4-й раз за год добровольно сдали кровь около 100 военных мотопехотной бригады города Белц. Акцию под девизом «Дорога к жизни» организовали Министерство обороны, здравоохранения и защиты труда. Военнослужащие рассказали, что приняли участие в акции в надежде спасти чью-то жизнь и помочь всем, кому необходима донорская кровь. Использовать ее будут для спасения тяжелобольных, пострадавших в авариях и получивших ожоги и травмы. После сдачи крови донорам вручили пакеты с продуктами и предоставили выходной. На нестандартные меры предложил пойти так называемый лидер непризнанной ПМР в борьбе против нарушителей за рулем. Ради повышения безопасности участников дорожного движения и пешеходов Вадим Красносельский выдвинул идею ввести бальную систему за несоблюдение правил дорожного движения. Набрав определенное количество баллов, злостный водитель-нарушитель отправится на пересдачу экзамена для повторного получения прав. Идею еще будут рассматривать и обсуждать. В среднем за неделю водители в Приднестровье нарушают ПДД более 1000 раз. Продолжаем выпуск. У одних праздник, у других служба. Во время зимних праздничных мероприятий порядок будут обеспечивать полицейские и спасатели. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сторожить покой граждан предстоит более чем 500 сотрудникам ведомства. В ходе брифинга глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михаил Харбаджиу отметил, что в целях обеспечения безопасности также будут держать в полной готовности 150 единиц спецтехники на любой случай. Примут и ряд других мер. Хочу еще сказать, что были пересмотрены протоколы о реагировании, как на уровне центральных властей, так и местных. Особое внимание было уделено действиям дорожных рабочих и сотрудников от ГАЗ «Натуралфеноса». Также ответственные ведомства выступили с обращением к самим гражданам. Людей призвали максимально соблюдать правила безопасности. В частности, я имею в виду обеспечение свободного доступа для проезда машин, скорой помощи и пожарных расчетов. Михаил Харбаджиу напомнил и о том, что в этом году Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил кампанию «Защищенный дом. Спасенная жизнь». В рамках этой акции в 221 населенном пункте установили более 4000 детекторов дыма. Также в период праздников не придется скучать и сотрудникам департамента войск карабинеров. Генштаб войск карабинеров распределит необходимые силы для мониторинга ситуации. Будут вовлечены как пешие патрули, так и патрульные автомобили. Помогут и сотрудники батальона специального назначения «Скорпион». 24 декабря на площади Великого национального собрания в центре столицы стартует караван «Адикрычун». Акцию организует Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. А 25 декабря, когда отмечается Рождество по новому стилю, такие караваны запустят и в районах Анининой, Кыушинь, Стрышинь и Неспарень. Цель мероприятия – обучить население навыкам противопожарной защиты и подарить детям подарки.
оксиды карбон. Далее поговорим о спортивной жизни страны. Ко дню образования Гагаузии в Камрате проведут турнир по шахматам и шашкам среди школьников и взрослых. В соревнованиях примут участие более сотни спортсменов из населенных пунктов автономии и соседних районов Тараклей и Басарабяски. Турнир состоится в лицее имени Мавроди с 22 по 23 декабря. Мероприятие организует Главное управление по делам молодежи и спорта Гагаузии. Еще о спортивных новостях и предстоящих событиях узнаете из нашего традиционного обзора. Турецкая республика возьмет на себя все расходы, связанные со сносом старого и строительством нового регионального стадиона в Камрате. Детали реализации крупного инфраструктурного проекта накануне в Анкаре обсудили Башкан Гагаузии Ирина Влах и министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухарим Касапоглу. В рамках встречи также состоялась презентация архитектурного проекта. Согласно ему, стадион будет построен со стандартами Международной федерации футбола ФИФА. Будет осуществлен ремонт раздевалок, зрительных мест, оборудовано место для СМИ. Также будет построен крытый комплекс с баскетбольной площадкой и новые парковки. Турецкая сторона также поможет Гагаузии финансами и в реализации другого строительного объекта. Часть расходов по строительству стадиона в Казаклии покроет мэрия района Кичуарин города Анкара. Об этом стало известно в ходе встречи Башкана Гагаузии Ирины Влах и депутата Народного собрания Иваны Кёксал с главой муниципалитета Мустафой Ак. Точная сумма средств не называется. Будущий стадион рассчитан на 2000 мест. В проект входят административное здание, футбольное поле, беговые дорожки и парковочные места. Отметим, что Кичуарин является побратимом села Казаклия. В БЫЛ состоялся открытый турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие около сотни юных теннисистов из Молдовы и Румынии. На турнире вновь отличились теннисисты из северной столицы нашей страны. Они показали упорную борьбу практически во всех матчах. В общем командном зачете им удалось занять первое место, завоевав 11 медалей – 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые. Все участники соревнований получили памятные призы и новогодние подарки. Турнир был посвящен памяти заслуженных мастеров спорта Молдовы Владимира Доскала и Виталия Франчука. Национальная сборная Молдовы в рейтинге ФИФА по-прежнему сохраняет за собой 170-е место. Таковы последние данные Международной федерации футбола. Напомним, что подопечные Александра Спиридона следующий свой матч проведут в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020. 22 марта трехцветным предстоит домашний матч с действующими чемпионами мира – французами. Также соперниками сборной Молдовы по группе H стали Исландия, Турция, Албания и Андорра. Игорь Дадон вручил почетные дипломы президента Республики Молдова за успехи на спортивных состязаниях, посвященных году Штефана Челмари. Соперничали молдавские университеты. Награды удостоились студенты Национального университета физкультуры и спорта. Они по количеству призовых мест в разных видах спорта заняли первое место, а также учащиеся Академии экономических знаний Молдовы. ВУЗ расположился на втором месте. И студенты Технического университета Молдовы завоевали третье. Всего в уходящем году Федерация университетского спорта провела 21 национальный спортивный чемпионат по различным видам спорта. Продолжим новостями из регионов. В коммуне Жора-Демижлак района Архей продолжается масштабный ремонт дорог и улиц. На днях местная администрация презентовала сразу две недавно отремонтированные дороги. Жители сел говорят, что коммуна расцветает с каждым днем. Еще две красные ленточки разрезаны, два пути открыты для передвижения. В селе Жора-Демижлак отремонтировали 2 километра дороги и еще 500 метров в селе Жора-Десус. На них нанесли дорожную разметку, установили знаки и указатели, и все это успели менее чем за 3 недели. Мероприятия по случаю открытия состоялись накануне. В них приняли участие мэр коммуны Марина Таубер и мэр Архей Илан Шор. Когда-то мы обещали, что коммуна Жора-Демижлак станет коммуной девиз. Так и произойдет. Очень скоро. Мы для этого работали, работаем и работать будем. Мы обещали, что заасфальтируем всю коммуну Жора-Демижлак, и мы следуем этому плану. Сегодня мы открываем более 2 километра новой дороги, а весной мы продолжим эти работы. Всего за последние полгода были капитально отремонтированы все главные улицы 4 сел коммуны. Жители довольны и говорят, что сейчас в коммуне стало удобно и безопасно передвигаться. Очень хорошая дорога. Благодарим госпожу мэра. Здесь была дорога, как в любой деревне. Грязь, было ужасно, а сейчас замечательно. А в администрации коммуны говорят, что проекты инфраструктурного развития на этом не заканчиваются. В скором времени завершится ремонт летней эстрады и дома культуры в селе Жора-Десус.
Время короткой рекламы в нашем эфире. Сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире «Вести» мы продолжаем говорить о главных событиях дня и далее перейдем к основным новостям из рубежа. После завершения вчерашней большой пресс-конференции Путина журналисты еще долго делились своими впечатлениями. Те, кто общался с российским президентом не в первый раз, могли сравнить, чем нынешняя встреча отличалась от предыдущих. Обсуждали то, как в этот раз пытались привлечь внимание Владимира Путина, как готовили вопросы и что думает о полученных ответах. В кулуарах оживление, как на крупнейших международных саммитах. Тут и журналисты известных зарубежных телеканалов и агентств, и репортеры небольших региональных и даже муниципальных изданий. Эта пресс-конференция запомнится для меня теплым отношением журналистов друг к другу, такой братьей, которая сплотилась за первые минуты того, как они оказались в зале. Появиться на пресс-конференции в броском костюме уже традиция. Часто приезжают в национальных нарядах, как, например, журналисты из Мордовии или Литвы. Надо любым способом привлечь внимание, и обратилась к местным дизайнерам. Все как один направили свои смартфоны на дверь, когда появился глава российского государства. Дальше время вопросов. Один из наиболее резонансных задала Алла Андреева. Ее волнует судьба дольщиков. Уже выйдя из зала, признается, не ожидала, что на таком крупном политическом мероприятии слово дадут без всяких согласований. Абсолютно были порваны все мои прежние мысли и понимание того, что вопросы задаются только заряженные, как все говорят. В этот раз приехала на каком-то вот внутренней просто энергии, на заряде, что должны меня услышать. Вот меня услышали, я очень благодарна. Разговор в зале заходит и о предвыборной ситуации на Украине, и о Керченском проливе. Дали слово и журналисту с Украины, который неизменно резок в своих оценках. Мы останемся врагами на десятилетия. А здесь твои враги? Ты говоришь, мы останемся врагами, а здесь вот... Мы же говорим о отношениях между странами. Нас же еще вроде бы в армию не призвали, автоматы нам не выдали. Поэтому мы можем спокойно говорить друг с другом. Известно, что Владимир Путин активно готовился к пресс-конференции. Он внимательно изучал документы, справки, которые ему готовили профильные министры, руководители различных ведомств. То, насколько глава государства погружен в детали, журналисты отмечают особо. Порадовало то, что на 98% вопросов, какие бы ни было из разных сфер деятельности, у него нашлись ответы здесь и сейчас, и он смог грамотно оперировать цифрами и фактами. Мне очень нравится, что Путин рассказывает на любой вопрос, настолько можно, то не коротко отвечает, а всегда рассказывает, отвечает очень подробно. Ведущие зарубежные каналы под лупой изучали все сказанное Путиным. На протяжении нескольких часов президент Путин отвечал на вопросы, касающиеся мировой политики и ситуации в России, а также подводил итоги года, в числе тем, которые обсуждались в ходе конференции, война в Сирии, а также конфликт на Украине. Во время выступления на ежегодной пресс-конференции президент Путин заявил, что поддерживает решение Трампа о выводе войск США из Сирии. Он также заявил, что согласен с президентом Трампом в том, что ИГИЛ в Сирии повержен. Однако не все страны в этом солидарны. За словами президента России внимательно следили и в зале, и в пресс-центре. Созданы были все условия. Такую теплую атмосферу журналисты отмечают особо. Атмосфера дружная. Эта дружба отошла не только от коллеги моих, от журналистов, а именно от президента. Известно, что наиболее острые вопросы Путин традиционно берет на карандаш. И можно не сомневаться, что к резонансным темам, затронутым в Москве, журналисты в регионах вернутся еще не раз. Мировая пресса сегодня также активно обсуждает большую пресс-конференцию Владимира Путина. Американские СМИ особое внимание уделяют реакции российского лидера на решение Дональда Трампа вывести войска из Сирии. «Вашингтон-Пост» приводит слова Путина о том, что присутствие солдат США мешает мирному урегулированию, и отмечает, что сразу после этого заявления Трамп написал в Твиттере: «Россия и Сирия являются врагами ИГИЛ». Wall Street Journal посвящает статью той части выступления Путина, где он критикует Вашингтон за отказ от соглашений эпохи Холодной войны. Издание отмечает, что, по мнению президента России, США провоцируют новую гонку вооружений. Об угрозе ядерной войны пишет испанская «La Vanguardia». Газета подчеркивает слова Путина о глобальной катастрофе, которую могут привести западные идеи применения маломощного ядерного оружия. Японская Japan Times, в свою очередь, анализирует заявление российского лидера о военном присутствии США в Японии, которое затрудняет подписание мирного договора между Москвой и Токио. А французская «Липуан» размышляет о позиции Запада, который всеми силами пытается сдержать развитие России. Газета называет 4-часовое выступление Путина эмоциональным, а объявленный российским президентом план экономического роста – амбициозным.
Тем временем в США очередная громкая отставка. Свой пост покинул министр обороны Джеймс Мэттис сразу после того, как Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Впрочем, уходить из этой страны окончательно Запад пока не собирается. Там до сих пор активно действуют провокаторы из организации «Белые каски». Новые доказательства их преступления представлены в штаб-квартире ООН. Решение американского президента вывести войска из Сирии и вашингтонских ястребов заставляет сниматься с насиженных мест. Военные отправляются домой, а глава Пентагона Джеймс Мэттис, согласно сообщению в самом высокопоставленном американском твиттере, отправляется на пенсию. Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны. К журналистам Мэттис тоже не пошел, объяснился в письме. Красной чертой для него, человека по прозвищу «Бешеный пес», стало еще одно решение Трампа о выведении половины из 14-тысячного контингента США с территории Афганистана в ближайшие месяцы. Со ссылкой на источники из Пентагона об этом пишут как об утвержденном плане. Уйдут американцы из юга Сирии. На базе танк, что на границе с Иорданией, начали паковать тюки. Одно из основных убеждений, которых я всегда придерживался, заключается в том, что наша сила как нации неразрывно связана с силой нашей уникальной и всеобъемлющей системы альянсов и партнерств. Пока США остаются важнейшей нацией в свободном мире, мы не можем защитить свои интересы и эффективно исполнять эту роль, не поддерживая сильных альянсов и не проявляя уважения к союзникам. Правда, мнением союзников в том, что касается Сирии, в США никогда особо и не интересовались. Сначала запустили арабскую весну, потом сколотили коалицию для борьбы с порожденным этой весной ИГИЛ. И потому, окажись Джеймс Мэттис в этот день, к примеру, в Совбезе ООН, его точно бы не стали провожать, так как провожали покидающего свой пост спецпосланника генсека по Сирии Стефано де Мистуру. Прекращение огня, проект конституционной реформы и список конституционного комитета – все это Демистура перечисляет в качестве результатов, достигнутых в ходе внутрисирийских переговоров, которых, конечно, никогда бы не было без России. Россия выполнила взятые на себя обязательства. А сделать это было не просто согласовать со всеми сирийскими сторонами, а пройти сквозь все противоречия, выйти на согласованный лист – это колоссальные усилия. Колоссальные усилия, я думаю, что это невозможно не признать. Присутствие американцев вдохновляло в Сирии террористические группировки. Как тут не вспомнить постановочные химатаки? Ключевая роль в этих спектаклях всегда отводилась белым каскам. Накануне штаб-квартире ООН представили массу свидетельств того, кто они на самом деле такие. По сути, те же радикалы, сидевшие на зарплате у полевых командиров. Я был связным между Джейш Аль-Ислам и белыми касками. Если у Джейш Аль-Ислам были планы провести наступление на сирийскую армию, мы передавали белым каскам указание высадиться в определенной локации. Сотрудники фонда изучения проблем демократии собрали в Сирии и другие шокирующие свидетельства. Белоказочники не гнушались даже извлечением органов у тех, кого как будто бы спасали. Представители якобы гуманитарной организации помогали террористам обустраивать оборонительные укрепления, служили у них в обозах, доставляя припасы. Вместе с бандитами занимались мародерством, кражами и грабежами. 30% из белых касок были сами террористы непосредственно и участвовали в боевых действиях. Они вели работы в интересах вот этих вот террористических групп. И, безусловно, был огромный поток, это тоже сегодня мы рассказывали, вот этой вот фейк-ньюс, вот этой вот, собственно говоря, постановочных съемок. На презентацию доклада заглянули и западные журналисты. Еще недавно такое было трудно себе представить. Объяснение есть. Перекрасившиеся белые каски сейчас всплывают под носом у тех, кто еще недавно их защищал издалека. Продолжая международный обзор. Бывшему председателю совета директоров автоконцерна Nissan Карлосу Гону предъявлено новое обвинение. В этот раз они касаются финансовых махинаций. В прокуратуре считают, что топ-менеджер покрывал свои убытки за счет компании. Обвинение снижает вероятность его освобождения под залог. Напомним, судебное преследование Карлоса Гона началось в начале декабря. Он подозревается в сокрытии многомиллионных доходов. Уголовное дело спровоцировало борьбу за контроль во франко-японском альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi. В Барселоне проходит масштабная акция протеста против испанских властей. Демонстранты, которые выступают за отделение Каталонии от Испании, ведут себя весьма агрессивно. И полицейские на фоне ожесточенного столкновения в соседней Франции сразу стали действовать решительно. Уже есть первые задержания. Самые агрессивные участники в масках, они скрывают лица. Протесты начались еще с ночи вокруг Барселоны и в других частях Каталонии. Десятки баррикад на дорогах. Акции проходят по всему региону. Они приурочены к заседанию Совета министров Испании, который сегодня проходит в Барселоне. Премьер Педро Санчес прибыл к месту проведения под свист и неодобрительные выкрики тысячи манифестантов.
Второй по загруженности аэропорт Британии Гэтвик начал принимать первые самолеты после почти двухдневного перерыва. Работа воздушной гавани была нарушена из-за нашествия таинственных беспилотников, которые часами пикировали над летным полем. Десятки тысяч пассажиров были вынуждены ночевать прямо в терминалах. Терминалы лондонского аэропорта Гэтвик превратились в одну большую ночлежку. Свыше сотни тысяч пассажиров как в Англии, так и в Европе были вынуждены отказаться от своих планов из-за массовой отмены авиарейсов. Все началось в 9 часов вечера 19 декабря, когда возле взлетно-посадочной полосы Гэтвика был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Тут же было принято решение отменить здесь все посадки и вылеты. Полиция приступила к поискам загадочного дрона и того, кто им управлял. Но эти усилия были тщетными, а дрон по-прежнему периодически появлялся рядом с полосой в разных местах. Его владелец как будто потешался над бессилием полицейских. В середине дня в четверг стало понятно, что рассчитывать на скорое возобновление полетов бессмысленно. Рейсы уже перестали откладывать, их стали отменять. Проведя в Гэтвике почти сутки, возмущенные пассажиры начали разъезжаться по домам и гостиницам. Невероятно, как можно говорить о какой-то безопасности, если мы не можем справиться с одним маленьким дроном. Это просто непостижимо. Но были и те, кто остался здесь до победного конца. Нет другого выхода. У нас всего два рейса в неделю. Упустим этот, потеряем все каникулы. В то же время администрация Гэтвика была вынуждена признать, что одними сутками дело может не ограничиться. Полицейские объясняли свою беспомощность тем, что по дрону было решено не стрелять из-за опасности шальных пуль. К тому же была надежда не просто сбить аппарат, но и поймать того или тех, кто устроил эту диверсию. К вечеру 20 декабря к операции привлекли военных. Это уже не первое появление дронов вблизи британских аэропортов. В июле этого года в Гэтвике при посадке с беспилотником едва не столкнулся лайнер со 130 пассажирами на борту. Нынешняя атака дронов, парализовавшая огромный аэропорт, говорит о том, что возникла новая серьезная угроза безопасности, которую нельзя игнорировать. Перенесемся в Россию. Вызволять пришлось практически вслепую. Через настоящую снежную бурю пробивали спасатели к горнякам, которые застряли в снежном плену в Коме. Примерно в 20 километрах от Воркуты два автобуса с вахтовиками застряли посреди дороги. Путь им преградила самая настоящая снежная стена. 80 человек провели более 5 часов на морозе минус 20 без еды и воды. Люди боялись, что не дотянут до утра, пока к ним не пробилась специальная техника. В регионе сейчас хозяйничает пурга, но все закончилось хорошо. В самой Воркуте сегодня отменили школьные занятия, город буквально засыпало снегом. Во дворах и на улицах намело огромные сугробы. Несколько часов назад на расчетную орбиту успешно выведен новейший российский военный спутник. Как сообщили в Министерстве обороны, все произошло в штатном режиме. Ракетоноситель «Протон-М» стартовал с космодрома Байконур. Затем головная часть ракеты в составе разгонного блока самого спутника отделилась от третьей ступени. С космическим аппаратом уже установлена и поддерживается связь. Жители Санкт-Петербурга накануне стали свидетелями грандиозного зрелища. По Неве прошел 7-этажный арктический дом, новейший российский ледокол Андрей Вилькицкий. Покоритель ледяных торосов умеет ломать льды толщиной до 4 метров, а за уникальную маневренность его еще называют «танцующим». Этот разворот в устье Невы как выпускной танец ледокола. Танцующий, так его и называют, за возможность в течение одной минуты повернуться вокруг своей оси на 360 градусов. Ну, вообще техника, конечно, очень сильно вперед ушла. Если посмотрите здесь на мостике, кругом сплошные приборы, электронные карты, радары. Им очень удобно управлять. Его устроили на Выборгском судостроительном заводе. Только там сейчас создают ледоколы с тремя или четырьмя рулевыми колодками, которые вращаются абсолютно автономно. Это и делают 120-метровые махины юркими и быстрыми. Этот ледокол не только давит лед, не только ломает его собственным весом, но и режет его. Канал чистой воды, который остается, является более-менее чистым, что, естественно, удобно для танкеров, которые следуют за ним. Мощный дизель-электрический двигатель позволяет Андрею Вилькицкому разгоняться до 30 км в час и на полном ходу рубить лед в 2 метра толщиной. Но вообще ему подвластны и 4 метра. В акватории Невы ледокол чувствует себя прекрасно. И первый привет от дедушки ледокольного арктического флота, знаменитого Красина. Вилькицкий отвечает. Обская губа и арктические ворота. Вилькицкий будет проводить сквозь льды танкеры. Там уже полгода работает первый в серии подобный ледокол Александр Санников. Что еще важно, что оба ледокола были построены в России. Это ледоколы, которые самые мощные в своем классе. И если говорить о освоении Новопортовского месторождения, то можно говорить о том, что это не только развитие нефтяной отрасли и триллионные налоговые поступления в бюджет, но и крупные заказы для российской судостроительной промышленности.
В ноябре ледокол «Блестящий» прошел ходовые испытания на Балтике. Заход в порт Петербурга – дань уважения морскому городу. В удаленные аулы Дагестана пришел высокогорный интернет. Все благодаря масштабному федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства». Наладить связь было очень непросто. Оборудование приходилось поднимать в горы вручную и даже на ишаках. Но теперь местные жители могут смотреть онлайн-трансляции, совершать покупки в сети, оформлять документы через интернет и, конечно, общаться со своими родными, которые живут в городах. О том, как горцы осваивают азы цифровой грамотности, смотрите в следующем репортаже. О-о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 -
Вот город пасмурно у нас. Хорошо, хорошо. У нас солнечно. Вот так в любое время Гасан звонит дочери Махачкалу по видеосвязи, чтобы узнать, как дела. Здесь, в высокогорном Чохе, мобильный интернет уже не в диковинку. В сельсовете, например, кипит электронный документооборот. Хозяйственные вопросы решаются за секунды. Кошары, вот телята, вот хозяйство, которое на местах, вот так можем в любое время связываться, там чем помочь, или какие-то проблемы. В отдаленных селениях Сумадинского района на белоснежных вершинах Кавказского хребта нет ни мобильной связи, ни интернета. Слишком высоко. На помощь пришел Ростелеком. В аулах начали устанавливать виртуальные МТС. Они обеспечивают не только телефонную связь, но даже высокоскоростной интернет. Добираться сюда специалистам пришлось по узким горным тропам. Даже транспорт не проезжал, поэтому они поднимались пешком, а оборудование таскали, ну, на горном транспорте, на ишаках. Вызвать скорую, поздравить с днем рождения теперь не проблема. А жители села Сильди смогут смотреть онлайн-трансляции боев своего знаменитого земляка, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Для стариков главное поделиться новостями с детьми. Вот смотри, хорошее мясо. Сушится, высохнет, отправим. Так что ждем в гости. Аксакалы с удовольствием осваивают возможности своих гаджетов. Я тебя даже вижу. Какой интерес, какая странность какая. А ты меня видишь тоже, да? Да, да. О, вот техника, современная техника. Вот куда дошли наши специалисты. Это лишь одна из программ масштабного проекта устранения цифрового неравенства. Портал госуслуг, интернет-магазины и онлайн-фильмы. У горцев теперь новые возможности, как у городских. Реставрация знаменитой картины Репина «Иван Грозный» и его сын Иван начнется в мае. Накануне сотрудники Третьяковской галереи рассказали, как это будет происходить. Полотно, поврежденное вандалом, достанут из-под защитного колпака только когда выстроят особую мастерскую. Специалисты уверены, картину удастся полностью восстановить и вернуть в постоянную экспозицию музея. Специально для реставрации картины в стенах Третьяковки построят новую мастерскую. Внушительные размеры полотна требуют отдельного пространства. Совместно с инженерами уже разрабатывают и так называемый стол-трансформер, который позволит реставрировать картину, используя современные технологии. Чтобы определить методику спасения шедевра, уже полгода ведутся исследования. Мы сделали рентген картины. Так, как делает человек, когда он готовится как к операции, так и здесь. Рентгенографирование – это очень важный метод исследования, который позволяет нам заглянуть за красочный слой картины. Сейчас картина находится под защитным колпаком. Доступ к полотну имеет только пара сотрудников музея. Среди основных проблем есть и хроническая болезнь многих картин – отслоение живописного слоя от грунта. Но в первую очередь необходимо залечить порезы. Они были нанесены металлическим столбиком музейным ограждением. С оборота авторского холста будет подведен новый холст, новая основа, которая укрепит авторскую и позволит реставратору уже работать с повреждениями живописи на лице из картины. Происшествие в Третьяковке не первое ножевое ранение для картины. На полотно уже нападали век назад, в 1913 году. Тогда в реставрации принимал участие сам художник Илья Репин. На этот раз лечить полотно будет команда Третьяковской галереи. Реставрация начнется в мае 2019 года. На этом информационная программа «Вести» подошла к концу. С вами была Олеся Кайряк. Напомню, что подробное подведение итогов уходящей недели с отчетом о главных событиях, комментариями и мнением экспертов и аналитиков о происходящем в стране и мире ждет вас уже завтра в программе «Вести недели Молдова» в 19:00 и в воскресенье. Не пропустите. До встречи в эфире.